Объединение «Юный пианист» – это 3 педагога и 35 детей разного возраста и уровня подготовки. Основной акцент в работе отделения преподаватели делают на развитие музыкального восприятия. Ребята могут самостоятельно выбирать те или иные произведения. Репертуар каждого ученика неповторим и ориентирован именно на его предпочтения. Выбираем зачастую программу, которую они сами бы хотели играть. То есть направлена на интересы детей и их родителей. То есть они иногда сами просят: я хочу сыграть произведение из такого-то фильма, из этого мультфильма. То есть у нас свободный выбор программы. Для меня музыка – это как какие-то там, не знаю, музыка для меня – это просто какое-то волшебство. 3 года мы вместе играем, и мне кажется, что вместе намного легче играть. Почему? Потому что вот если я ошибусь, она меня подхватит. И мы уже долго вместе играем, мы уже привыкли друг к другу. Центр эстетического воспитания нацелен на всестороннее гармоничное развитие детей. Именно поэтому музицирование занимает особое место в программе АЦЕВА. Ребята не только учатся игре на инструментах, но и осваивают другие предметы. У нас есть курс, 2 курса теоретических. Это курс музыкальная грамота, куда входит у нас сольфеджио, теория музыки, немного слушания музыки. И затем у нас есть курс, который называется история музыки. Это, ну, сродни музыкальной литературе. «Счастье из корзинки» – уникальная концертная программа, в которую вошли стихи и музыка Елены Попляновой. Мелодия дождя, вальс промокшего зонтика, счастливые башмаки – удивительные зарисовки известного музыканта в исполнении одинцовских пианистов. Музыка – это ежедневный труд. Чтобы научиться играть на любом инструменте, понадобится усидчивость, внимательность и огромное желание разобраться в мире нот, аккордов и трезвучий. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».